Привет, меня зовут Федя, и я вам расскажу историю о том, что маленькие машинки собирались в школу, а большая помогала им собираться. И она говорила, что им надо брать. Шланг сказал, давайте возьмем с собой мороженку. А что это сказала пожарная машина? Нет, нельзя. Потому что мороженое растает в рюкзаке. Это линейка. Она нужна для измерения длинных дорог. Ровных длинных дорог. Это у нас ручка. Ее используют для записывания. Это у нас карандаш. Его используют для учения писания. Это наш. Это тетрадка. Туда записывают. Это у нас. Это у нас. Это дневник. Этот дневник мне понадобится. Этот дневник мне понадобится. Если мне поставят 5, тогда я выйду. Это у нас напиток. Его нужно пить. У нас журнал, чтобы узнать об машинах. Всех, об всех машинах.